Грейпфрут. Семейство рутовые. Грейпфрут – большое, вечно зеленое дерево с блестящими листьями и крупными желтыми плодами. Эфирное масло получают из кожуры спелых плодов методом прессования и отжима. Происхождение – Центральная и Южная Америка, Бразилия, Израиль. У эфирного масла грейпфрута чистый, свежий, легкий и резкий аромат со сладковатыми цитрусовыми оттенками. Эфирное масло хорошо сочетается с другими эфирными цитрусовыми маслами, а также с пальмарозой, нейроли, розмарином, кипарисом, можжевельником, лавандой и иланг-илангом. Действие эфирного масла грейпфрута – антидепрессивное, антисептическое, вяжущее, кровоочищающее, мочегонное, противоспазматическое, стимулирующее, тонизирующее. Грейпфрут прекрасно подходит для лимфодренажного массажа, так как противодействует задержке жидкости и целлюлиту. Он благотворно влияет на печень, а добавленный в утреннюю ванну вместе с розмарином и фенхелем приносит облегчение при похмелье. Он оказывает тонизирующее воздействие на кожу головы и применяется в уходе за жирной и угреватой кожей. В целом грейпфрут поднимает настроение, очищает и стимулирует. Психологически грейпфрут освежает и оживляет, и помогает при стрессе, депрессии, нервном истощении и напряжении. Как и бергамот, он улучшает настроение зимой, а в качестве массажных смесей и масел для аромаван является хорошим противоядием в случаях эмоционального и физического истощения. Грейпфрут повышает самооценку и вселяет оптимизм.